Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 400. События дня. Евреям 9:27. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. За 15 января 2017 года. Это вчера я написал в деревню. Так, скажите... На Романа. Скажите Виктору, чтобы снег не доставал до днища на лабазе, а иначе мыши погрызут там все, убрать снег. То есть, они стоят на железных рельсах, дальше железная плита, мыши не могут пройти. Но если снег вплотную подойдет, они залезут. И там все погубят. Голубей пересчитывать постоянно. Две голубятни там. И если убывает, то закрыть и снегу больше, и пшеницы всегда. Не меньше полтазика, чтобы не погибли от голода. Вот. Николай с Австралии. Дорогой Игнатий Тихонович, выслали вам подарок к праздникам. Пришло сообщение, что вчера вы доставляли посылку, но вас не было дома. Так на всякий случай сообщаю. Когда заберете посылку, я объясню, что это и зачем. Уже... Не раз просили... Так, подожди. Вот как, зачем? Это он сказал так. Во-первых, посылки запрещаю присылать категорически. Идти на почтовое отделение. Привозят они... Я один дома. Я дома. Я не слышу. Два раза придут, а теперь идти это в конец города, где-то там они выдают. Мне это очень тяжело. А что в посылке есть, я не беру грамма. Я отдаю сразу другому. Раньше было так, прямо с кем-то иду, на почте получают, и из рук в руки и пошли. Мне это не надо. Я благодарю, конечно, Николай, но не делайте это, и очень прошу. Я ни в чем не нуждаюсь. Вот здесь игла поставь. Игнатий Лапкин, ничего особенного нет. Игла, с большой буквы, это не иголка. Уже не раз просили нас поснимать по Теряевке зимой несколько хозяйств. С утра и до вечера, чем они занимаются именно зимой. Думаю, что это можно будет поснимать у Барабаша, у Янчуков, у Устинова Андрея и Алексея. Как задают корм, как доят, убирают навоз, поят и прочее. Как в воскресные дни катаются, отдыхают, как рыбачат. Итак, жду готовые съемки. Пусть этим займется, кто может. Кто? Тот. Какая буква поставь? Кто активен? Виктор, Роман, Алексей, Ангелина или еще кто? У батюшки обязательно поснимайте. Сделать это нужно сразу, чтобы батюшка смог уже на неделе и привезти материал. Так. Все везде нужно сравнивать со Святой Библией, со святыми канонами Вселенской Церкви Христовой, с трудами святых отцов. Это мне пишут многие, многие просто. И вот это, как вы относитесь к этому, вот такой там труд нашли, там какое-то видение. Да мне даже глянуть некогда. Буду я этим заниматься, вы сами смотрите. Исайя 8:20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это слово, то нет в них света. Нет света, и отойди от них, и все. Какой бы ни был авторитетный священник, чего он этим пугается, это авторитет. На суде Божьем он никто будет. Татьяна Ж. Да. Игнатий Тихонович, батюшка наш в храме. Я ему дала ваш сайт, слушает. Может, и вы слушали? Мытарство Александры. Вот так, мне еще не хватало. Если вы слушали, хотела знать ваше мнение. Не слушали и слушать не буду. У меня времени нет и не нужно это. Дорогой Игнатий Тихонович, дай вам, Боженька, терпение выдерживать нападки всяких идиотов. Боженька, никогда не говорите. Что это за уменьшительное слово? Нет такого. Бог. Берегите себя, вы нам очень нужны. Так, и вот один Александр сегодня скинул такой материал. Послушайте. Александр, царю Соломону Бог дал царствование при условии, что тот не будет отклоняться от служения ему. В обмен на это обещание Господь наделил Соломона невиданной мудростью и терпением. Откуда взяли, что у Соломона было терпение? Он только услышал, так, косвенно, к его матери, к Соломону, пришел Адония, его брат. Ну и говорит мне, чтобы Ависагу дали. А Ависага это была грелка у Давида. И он мгновенно ему голову отрубил сразу. У Иова там было где. И правильно поступил, очевидно, правильно. Но говорить о терпении не приходится. Он сразу мгновенно реагировал и уничтожал противников. Сразу же, как Сталин. А говорить терпение, человек его вообще не знает. Дальше. В этой притче Соломон учит нас жить в согласии с миром. Рассказывает, как обрести гармонию. Обрести гармонию. Это явно кто? Это... New Jays, это идут это, новый это, Age или как называют их там? New Age, да. Достойно преодолеть несчастье, обрести изобилие и достичь совершенства. Ничего этого нет у Соломона, нигде.
А вот смотрите, я покажу, Володя, погляди, где ты? Здесь. Как-то можешь показать, я буду показывать. Журналы сейчас толстые стали, их невозможно положить, священники недовольны. А вот журнал 97-го года, ровно 20 лет назад. Как он выглядит? Я не случайно обращаюсь. Ну, на первой обложке бывший до этого патриарх Алексей II, Ридигер, кличка КГБ-овская Дроздов. И вот здесь я открываю этот календарь, чтобы было видно. Вот смотри по порядку. Держи-ка эту сторону, чтобы не загибалась. Где тут? Сейчас посмотрю я. Так. Калемене опере. Вот. Сафроний. Дальше. Сафроний. Соломон. Соси. Саспен. Ага. Надо на Л искать. Соломон. Надо О найти сначала тут. Сазон. Ты нашел. Салахон, вот он, Салахон. Никакого Соломона нету. Его в списках святых нету. И правильно, он свихнулся окончательно. Салахон. Вот бери Салахона, смотри. И Соломоновна у нас была еврейка. В них. А у русских крестить Соломона не будут. Почему? Потому что он развратился окончательно в конце жизни. Стал поклоняться идолам. Жены какие были, язычникам все хватал их. А они всех свои божества принесли, он никого не сделал настоящими-то. То есть, если бы был христианин. Дальше. Когда царь Соломон спустился с горы после встречи восхода солнца, собравшиеся под ножем... Ладно, Соломон спустился с горы, ничего этого в Библии нету. Собравшиеся у подножия сказали, ты источник вдохновения. Не буду даже считать. Я буду прокидывать и помещать вот это сами. Прочитайте вот докуда. Затормозите и прочитайте. И дальше кто? Жизнь это танец любви. Понятно? Сколько здесь билиберды всякой нагнали. И дальше. Царствие... Ну и дальше он говорит, что? Прочитайте. Царствие бездомное. Внутри себя, ну это перепутали с Новым Заветом, то да не будет богатство вашим проклятием. Он полностью все собрал богатство-то. Не осуждайте себя, ибо вы божественны. А сатана говорит, не осуждайте сами себя. Как раз себя и должен человек осуждать. Так, не сравнивайте и не разделяйте. Так, радость творит чудеса. Любите себя, ибо любящие себя любят все. Откуда? С чего? Ну дальше не буду говорить, просто смотрите, не стал смотреть. Дальше прочитайте, вот счастливы. Где они нашли слово счастливы? Слово счастливы-то сколько употребляется? Это обольщение. Счастливы, возлюбившие себя. Дальше. Написано. Блаженно жаждущие света. Как обрести гармонию? Гармония. Где нашли слово? Это какая гармония, когда везде вражда? Между дверями, птицами, насекомыми. Все против человека идет. Творите ради творчества. Прямо Пушкин. Жизнь ради жизни. Станьте энергией любви. Вот откуда идет. Это все Соломону приписывается-то. Да помилует Господь. А я на это написал. Считай. Так, написал это не человек, а лжец. Большую букву. А кто лжец? Евангелие от Иоанна 8:44. Человек-убийца и лжец, сатана. Притча, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Именно Соломон это и говорит, а они от имени Соломона всю эту билиберду гонят. Краснобай, пустозвон, не читавший... Пустозвон, не читавший Святой Библии, изощряется пред толпой женской. Вот я его понимаю, перед кем говорит, он кривляется обязательно в галстуке бритый. Кто это написал-то? Вот как он умно сказал, смотрите, даже Соломон так не говорил-то. Ну, у того было там 1000 жен, а у этого, который говорит, наверное, 1500. Второзаконие 12:32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Второзаконие 4:2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Не прибавляйте, непрерывно говорит. Иов 13:7-9. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Откровение 22:18.
и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Это об откровении говорится. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А как раз к этой книге больше всего и прикладывают. 19 стих. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Вот и все. Вот весь ответ на то. Так, Сергей М. Не могу научиться молиться. Будьте добры, помолитесь обо мне. Ну, Сергей, да поможет тебе Господь. Молись, можешь, не можешь. Вот ответ. Вот эта вот лесточка. Вот три святое и 100 поклонов. Не меньше 7 раз в день. Вот. Молись обо всех. Вот сейчас только попросили молиться об Александре. Да помилует Господь. Петр Михайлов, священник. Петр Михайлов. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Могли бы вы подсказать, в каком томе находится методичка о том, как организовывать и проводить миссионерские кружки по изучению Святого Евангелия? Ну, я вот это написал. Ответ даю. Он ответил, я ответил в третьем томе. Дальше он говорит, благодарю. Я тоже ему... попросил, напечатал мне Никита, что? Называется «Пособие по изучению Евангелия от Марка». От типы Дальше. Людей разбиваются на 24 группы. Кому какое место, описание более подходит. Это в четвертом томе «Открытым оком». Ответ. Благодарю. Меня просто спросили, как вести занятия в деревнях. И вспомнил, что вы говорили о таком руководстве. Ну вот видишь, как. Это сейчас, прям пока мы говорили, и в это время такой вот разговор произошел. Ну и дальше, что сказать. Теперь мы добавляем из наших ресурсов. Самый у нас это «Мой мир». Вот он, в «Друзья», Щеботарев, ну потом посмотрю. Тут, вот это Александра Михайловна как раз заболела. Вот она оказалась здесь первая. Очень плохо ей. Только вчера говорила, что... События дня. Ну, то это перенес я то, что на канал. Сейчас все переносится. Дальше. Тут много роботов лезло. И вчера тоже тут у нас из администрации работали. Не знаю, сумели или нет. Прорвало их как-то. Сергей Козлов как-то запечатал роботы. Одно время 1500 их я только выкинул сюда. И регистрируется. Через регистрацию как-то проходит. Ну и наш... православный видеоканал. Вот, вот сегодня мы поставили 4 ролика. Вот это что у нас здесь? Собрание уже посмотрели. Сколько? 99. Ну, почти 100. Так, и кроме того, у нас ресурс в сети Библии. Самое ценное — вопросы и ответы. Вот это сначала было, я сейчас надо выискать, сколько прошли. Но будем брать последние. Я думаю, начнем с церкви. И так кверху поднимайся, и тогда туда дойдем. Вот церковь. Я открываю первое. Вот оно где. Ну, а теперь с первого начинаем. Вот мы делаем Ctrl-A, Ctrl-S. После этого открываю Word страничку. Ctrl-V встреваю, Ctrl-A опять. И перевожу в 20-й размер шрифта. А чего там? Ну, читаем. Так, вопрос. Что-то тут много всего. 87-й? 87-й, том 1. Открытым оком книги. Да, была в Покровском соборе и услышала, как священник объявил: оглашенные, изыдите. Поясните, куда нужно пройти в храме? И когда, при какой молитве нужно возвратиться на прежнее место? Вот, вопрос. Теперь. Ага, а где ответ-то? Это даже я еще не знал, сейчас вот прокручиваю. Почему-то у нас в первом томе тогда так получилось, что вопросы вместе были слеплены. Ага, вот он ответ где. Ответ. После возгласа «оглашенные, зайдите», все отлученные за грех, некрещенные, готовящиеся к крещению, должны выйти в притвор храма. Специальное место. В настоящее время, особенно зимой, трудно это выполнить. Можно, но трудно. Пройти в другую половину храма, скрыться за стеной, за поворотом, чтобы не видеть алтаря и не слышать о таинствах изречения священника. После слов «С миром изыдем» можно войти и помолиться с верными. Сегодня практически почти нигде не выполняется этот важный возглас, после которого начинается третья часть литургии – литургия верных. Диакон еще раз должен проверить тщательно, нет ли кого из посторонних в храме,
когда возглашается «двери, двери», не выполняется это потому только, что нет разделения на верных от неверных. Это не просто ненаученность священников, а полная заброшенность людей. Нет ныне оглашенных, которых по правилам Святой Вселенской Церкви нужно готовить от 3 до 5 лет к крещению. Нет епитимии, церковного наказания за грехи, предусмотренных в книге правил, решения вселенских и поместных соборов и правил святых отцов, попраны давно и безнадежно прочно. Это духовное мертвение. Признак бесстрашия перед Богом. Это я ответы даю, которые задавали мне в университетах, школах, техникумах, на радио. И проще сказать, весьма сомнительно, что здесь есть Церковь Христова. Пустой звук, воздух сотрясает этими словами миллионы раз в году. Умножьте 20 тысяч храмов в России на хотя бы одно богослужение, когда служится литургия. И 3 раза оглашенное «изойдите» пренебрегается, и 2 возгласа «двери, двери». Умножь на 52 недели. Страшно и тоскливо, горе и ужас. Совершенные безбожники и еретики могут стоять в храме на литургии и причащаться любой. Это смерть духовная и полная. Причина та, что у нас совершенно неправильный вход в церковь. Предполагается, что возрождение, рождение свыше, есть крещение в воде младенца. А это в корне неверно. Без личной встречи со Христом, без личного обращения нет ничего. Весь город, вся страна считается православной, и потому некого обращать. Все неверующие. Все верующие. А, все верующие. Все верующие, кого обращать-то? Откуда ты нету взял-то, непонятно. Сунул, слежу прям, не знаю, ловлю тебя на этом. От себя, все неверующие. Идет страшный обман людей. И беда еще в том, что этому обману верят священники. Что как бы так и должно быть. Главное вычитать эти слова. И тогда вроде как-то где-то там это зачтется и что-то таинственное и благодатное совершится. Что-то коснется. Как-то обратится на пользу. А в действительности ничего нет по Писанию. Это новая религия под именем православия придумана и не сегодня. Надо бы каждому родиться свыше. А этого нет и об этом не проповедуют. Все мертво. И в храмах не просто кладбище, а скотомогильник. Там многое неевангельское и даже антиевангельское есть, на потеху злым духом. Почему? Потому что, когда я не разумел, 72-й псалом говорит, я был как скот пред тобой, а Господь говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. Вот он, скотомогильник откуда. Слово это режет их. Не трудясь над душами, произносят эти важные слова. И совесть начинает мучить все же кого-то. Как Гоголя Николая, и начинает тогда объяснять, что оглашенные – это мысли недобрые, их надо вывести из сердца. А до этого не надо было выводить? Вот такой бред сочиняют и размножают уже даже после его смерти. Вопрос дальше. А мы не будем отдельно сохранять, потому что тут 84... Нет, не будем, 80... здесь никак нельзя. Отрывать буду, закроется, и тогда не найти. Вопрос 88-й. В Ветхом Завете отдавалась десятина. И если сейчас мы не отдаем, то не грешим ли этим? Ответ. Подробно об этом в нашей книге «К истинному православию» в главе о церковной дисциплине. Кто не отдает десятину, тот вор и святотатец, похищает принадлежащее Богу, и не будет благословения иметь ни в чем. Малахия 3:8-12. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Не просто не дает десятину Бога обкрадывать. Она нам не принадлежала. Бог ее приложил, чтобы мы отдали своей рукой-то. И спорят, отдавать, не отдавать. Ну, то есть, крохоборы. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей блажделенной, говорит Господь Саваоф. Давид 1:7-8.
и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левиинам, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. А третью давал, кому следовало, как заповедала мне Деввора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Вот полнота, не одна десятина, а три десятины. Десятина принадлежит Богу изначально. К заработанным 90 рублям Бог как бы прикладывает свою десятку. Хотя все до копейки, и мы сами принадлежим Ему. И Он просит нас, чтобы мы своей рукой отнесли это Его служителям в церковь. Мы исполняем роль почтальона, когда отдаем десятину, и когда не отдаем, то повинны суду, как тате. Вопрос 89. Первый том все это. В некоторые времена в церковь Христову проникала ересь, и входили пастыри, лютые волки. Оставалась ли церковь невестой Христовой? Вот мне говорят, вы рукоположение, говорите рукоположение, а они уклонились в ересь. Отвечаю. Ответ. Церковь невеста Христа. Ефесянам 5:27. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 1:4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. 1 Тимофея 3:15. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Откровение 21:9-17. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот какой ответ? Задают ответы, какие ответы большие? Сколько мест Писания? Вот к этому я призываю всех священников. А вот вы помните, так я повторяю, 50 лет Библию из рук не выпускаю. И как я могу не знать-то? И считайте, будете знать. Все, что сказано здесь о церкви, относится на все времена. Те, кто согрешает и не раскаиваются, и даже скрывают свой грех, продолжают числиться членами церкви, видимо, ее части. Но в сакральной ее части, таинственной, которая ведома одному лишь Богу, там нет ни одного грешника, не было и не будет. Каноны, правила, отлучения, оглашенные «изыдите» – это всего лишь попытка отобразить в видимой части то, что совершается в невидимой. И здесь возможны ошибки. На страшном суде может оказаться, и это будет самым потрясающим и удивительным, что те, о ком думали, что они святые, окажутся с левой стороны, а о ком бы не слыхали, окажутся в числе спасенных. Премудрость Соломона 5:1. Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смятутся великим страхом. Смутятся. И изумятся неожиданности спасения его. И раскаиваясь, и воздыхая стеснение духа, будут говорить сами себе: «Это тот самый, который был у нас некогда с посмеянием и притчей поругание. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причислен к сынам Божьим и жребий его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас». Вот так они скажут. И такую книгу сектанты выбросили. Дальше. Вопрос 90. В одной вашей газете написано об отлучении от церкви, к примеру, за аборты. Это имеется в виду, человек крещенный, возрожденный, но такой этого никогда не сделает, если у нее истинное возрождение. Тогда кого это касается? И какие вопросы-то все задают? У нас епископ наш приехал, говорит, я тут как подвешенный, говорит, такие вопросы задают, и не знаю, что отвечать. А обычно как, какой день, что делать с покойниками?
Вот ответы. Человек в крещении омывается от первородного греха и от всех соделанных прежде грехов и получает силу для борьбы с грехами в будущем. И человек остается живой, и грех живой. Идет постоянная борьба, кто кого. Римлянам 7:4-24. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил. Не пожелай. Ага. Не пожелай, да. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят. Давайте я оставлю, то прочитают люди, которые, потому что это в Библии есть. Вот посмотрите. Это я даю такой ответ. Это все с кафедр в университете считается. Дальше. Так, вы, очевидно, мало знакомы со Священным Писанием и историей Церкви. Там разворачивается целое сражение и падает убитый в борьбе со грехом. Она думает, что верующие этого не делают. 1 Коринфянам 5:1-2. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Ну, говорит там, что за аборты 10 лет это для неверующих, говорит, или для верующих. У верующих это не может быть. Я говорю, посмотри, и дальше. 3 Иоанна 1:9. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Так. 3, 10 стих. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви. Так. Деяние 20, 29, 30. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Откровение 3:14-18. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь, что глаза твои, чтобы видеть. В правилах вселенских и поместных соборов, и особенно в 90 правилах Василия Великого, дается рецепт, как наказывать согрешивших членов церкви, на какие сроки отлучать их, накладывая епитимию. Перечисляется весь уголовный кодекс, под который попадают верующие. Убийство, волшебство, разврат, скотоложство, мужеложство, измена, разбой, ереси, святотатство, клевета, клятва преступления и многое-многое другое. Житие Иакова Постника, 4 мая, повествует о том, как он сразу совершает 3 смертных греха. Когда ему было более 60 лет, изнасилование, убийство
и непредание земле трупа. Но победа дьявола очень часто служит славе Божией, если человек уповает на помощь Божию. Нил Синайский говорит: согрешить – дело человеческое, а отчаиваться – дело сатанинское. Тот же Иаков Постник, по милости Божией, восстал и был спасен. Я вижу, как некоторые недовольны тем, что Бог прощает таких великих грешников, говоря: а та убитая девушка, лишенная жизни, так просто списана. Она также хотела жить и радоваться. Как-то уж больно уж просто все у верующих. Сказал два слова: Господи, прости, и уже в дамке. У верующих все рассматривается с позиции вечности. И тогда все выглядит совершенно по-другому. Например, ревностные большевики, душители и расстрельщики уничтожают все царское семейство России. Преступная жестокость вызывает сожаление и ненависть. Погибли молодые девушки. Мальчик, наследник. Но посмотрим на 305 лет правления династии Романовых. Были цари всякие и разные. И кого из них назвали святым, не считая убиенного отрока Дмитрия, сына Ивана Грозного? Только царя Николая II и его семейство. Если бы их не расстреляли, они бы все равно уже умерли. И неизвестно, где бы они оказались в вечности. 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 Ни для кого не секрет, что русские цари жили, ах, как далеко не свято. Возрожденный человек отличается от невозрожденного тем, что он умышленно не грешит. А если случится такая беда, то он горько раскаивается в этом и всеми силами старается никогда к этому не возвратиться. Вот ответ какой. Сколько мест Писания. Мои ответы абсолютно не похожи на ответы, которые дают священникам. Они, если ведут съемки, только вот одно, под часами. Мы показываем все, как встаем, как молимся, купаются ребятишки, детский лагерь, обедают, собрания, собирают ягоды, пилим дрова, восстанавливаем пруды, дороги, приезжают гости, служба, крещение. Все, абсолютно со всех сторон. Ни у кого этого нету, нигде. Нету. Он где-то с кем-то разговаривает, ну, я понимаю, больной, тут недвижимый. Но остальные это могут показать, они ничего не могут показать. Нету ничего. Так я перечислил это сотую долю того, про что у нас есть ролики. Абсолютно все, что бы ни было. Как крещение идет, как летает аппарат, снимает, как садить картошку, как убираем, как везем в город, как наркоманы приехали, как поймали воров. То есть я могу перечислять разные стороны. Это полная картина. Я скажу, что в интернете вообще такого нету. Не найти. Это невозможно. Показывают президента или патриарха, ну он на своем месте стоит, службу отвел, дальше его нигде нету. Как он гуляет с собакой, это же патриарха не могут показать. Путина еще показывают там где-то, на лодке плывет или где. Вопрос 91. Первый том «Открытым оком» от... Современной московской патриархии столько училищ духовных, семинарий, академий, так почему же современные священники не могут отвечать на подобные вопросы? То есть люди ходят в храм и говорят, и никогда на это не отвечают, а вы отвечаете. Каков же реальный уровень этих учебных заведений? Стоит ли стремиться закончить их? Ответ. В православии вся беда в том, что на первом месте выросло, закрепилось и утвердилось богослужение уставное. Заняло все, подменив собою прямое указание Божие, идти и проповедовать миру погибающему о великой миссии Христа. Евангелие от Матфея 28:19. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Учат во всех указанных заведениях тому, как начинать служение, как вести и как заканчивать. Произошла страшная подмена истины ее подобием. Ни таланта проповедника, ни молитвы за это, ни желания нет о том, чтобы нести благую весть погибающему миру. Подчас и не наемники трудятся, а разбойники в благочестивых одеждах. Как патриарх Алексей II сказал, каких бандитов напринимали в церковь на должности. У нас есть книга «К истинному православию». Там, в разделе «Итак, бодрствуйте», все это отвечено. Также в главах о благовестии, о священстве. Никому и в голову не приходит сверяться с тем, как мы веруем. Сходится ли с Библией? Слово «богослужение» в Новом Завете вообще отсутствует.
не считая то, когда апостол Павел разъясняет смысл ветхозаветного богослужения. Иеремия 52:18. «И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли». Римлянам 9:4. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Евреям 9:1-6. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Как отец Александр Мень говорил на эту тему, можно подумать, что Христос приходил на землю, чтобы нас научить правильно варить кутью. Кутью варить правильно. Вот здорово. Вопрос 92. В этот пост можно соборваться или только Великий пост? Ну какой пост, я не знаю. Тогда-то понятно было. Ответ. Хотя я и не ограничиваю никого вопросами более 10 лет уже, но помнить, что вопросы должны быть по Священному Писанию. Этот вопрос я не смогу ответить, опираясь на Библию. Об этом сказано только в одном месте у апостола Иакова 5:14. «Более ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это собрание пресвитеров, одра болезни и названо соборованием. Сколько, когда, в какое время, натощак или после обеда, ничего не указано. Сегодня учат, что любой может пособороваться, получить елеопомазание. Было бы желание, потому что тут прощаются грехи. И идут, приезжают на всякий случай, не помешает и авансом здоровья, так даже и лучше кажется. Согласно указанного места видно, что призывать нужно, а не идти к пресвитерам. Почему? Призывать надо, призовет пресвитеров. Очевидно, что болезнь очень серьезна и сам недвижим, и не транспортабелен. Принято, чтобы было 7 священников, полнота. Но где их взять? Решает, что один епископ вполне может и одним священником восполнить недостатки. Резонно. Помолиться над ним. Не о нем, а над ним. Это редкое выражение говорит о лежащем в больнице или в реанимации. Он не молится с нами вместе? Молится, но положение его не рядом, а ниже. Очевидно, в лежащем положении. Сколько раз мазать? Все воли, как у нас. Как оладушки на масленицу блестят, пропитанные маслом. Может, так и хорошо, но все же исцеляет молитва. Иаков 5:15-18. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом при проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. И молитва веры, не масло. Масло дает видимость телу, чтобы реальнее представить вхождение в душу благодати. Все совершает Бог на невидимом уровне. Болезни, как правило, производные от грехов. Важно и следующий стих относить именно по смыслу к предыдущим стихам, чтобы признавались в проступках друг против друга. Жили мирно, дабы молитва друг за друга была искренняя, от сердца. Пример Илии одного допускает силы молитвы одного, так что остальные, если и слабо молятся, не ослабят силы о соборовании. Можно и не в пост. Была бы болезнь, остается дело за малым, веру добыть и масло купить. Пост вовсе ни при чем, иначе можешь уйти из жизни, и все масло пойдет на пироги на поминки. Это я отвечал в университете. Вопрос 93. Все ли анафемы действенны, независимо от политики и других обстоятельств? Например, предавали анафемы католиков, старообрядцев. Можно ли отменить анафему, и может ли анафема иерархов быть против воли Божией? Я отвечаю. Ответ. Сколько угодно. Так анафема, положенная на старые обряды, снятые Московской патриархией в 1971 году, зарубежной церковью в 1974 году, якобы не бывшая. Анафема может быть
только за непризнание Христа Господом, на таких, как и еговисты, и за проповедь, несходную с проповедью апостолов. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Галатам 1:8-9. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Согласно этих условий, для произнесения на кого-то анафемы, под нее более всего сегодня подходят православные архипастыри и пастыри, которые совершенно не знают Библию и не сверяются с нею, а говорят от своего ума, проповедуют бредни. Иеремия 23:28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Вот так, мякина и чистое зерно. Не раз случалось, что отлученных, запрещенных принимали в сущем сане. По указанию советской власти, митрополит Сергий всех страдальцев за истину Христову, всех изгнанных из своей страны клеймил именем уголовных элементов и контрреволюционеров. А ныне они этой же патриархии канонизируются. Вопрос 94. Вчера на занятиях у отца Михаила Капранова он сравнивал ваше обличение в адрес московской патриархии с грехом хама. Что можно сказать в ответ? И он еще говорил, что русский язык в церкви приведет к расколу, как и все реформы, бывшие ранее. Славянский язык духовный и по смыслу, и по содержанию, и поэтому русский язык не нужен. Ответ. Московская патриархия мне не мать, и поэтому ни о каком хамском грехе и речи быть не может. Просто отец Михаил Капранов держит свою паству в глубочайшем невежестве. Прихожане его абсолютно не знают священного писания, и слова его поэтому не могут сравнивать с Библией, проверить, правильно ли он говорит. Он создал свой авторитет языческого оракула, безгрешного римского папы. Кто и когда от него слышал обличительное слово в адрес заблудившегося руководства Московской Патриархии? Иначе поступали все пророки до единого. Они обличали и священство, и царя, и народ. По-капрановски рассуждать, все эти пророки есть хамы. Пророки. Пророки есть хамы. Красное словцо его, сказанное во тьме и заочно, есть признак трусости. Трусости? Как-то трус, и ничего нету дальше. Я многократно предлагал ему и любимому академисту из них... Любому академисту из них выйти на открытый диспут. У меня есть магнитофонная запись интервью нашего человека с ним. Это почти на 2 часа прослушивания. После ознакомления с его повествованием о его жизни, всем стало ясно, что он не имел встречи с Господом, и его обращение было не по Писанию, но по настроению ума от студента, которого он знал, что тот стал ходить в храм и задумался и прочее. Он не может указать ни на один стих Библии, который привел его к раскаянию. У блаженного Августина был такой стих, у Макария, у Антония Великого были такие стихи. Капранову нужно все начинать сначала. Он совершенно не понимает рождения свыше. Обольстился своими званиями, членством в монархическом угаре, членством в академиях суесловов. Мне искренне жаль его. Он сломленный человек. Его несет потоки мусора, которым захлебнулась Московская Патриархия. Ему нужно отойти от всей деятельности и уйти в затвор. Взял с собой ведро, воды и хлеб, и отхожее ведро. И там читать Библию и плакать. Скольких людей он обольстил. Считает церковной полнотой весь город. Да. Он не может отличить живых от мертвых. Он не может выполнить оглашенные «Зайдите». Он не может прекратить торговлю в храме. Не может противостать крестящим без полного погружения. Он заложник своего авторитета. Я обвиняю этих лживых священников в гибели русской нации. О русском языке подробно прочтите в нашей книге «К истинному православию» в разделе «О слове».
Церковнославянский язык не дает понимания богослужения и является причиной гибели и духовной деградации нации. Ну разве они мне простят такой ответ? Да никогда. Но самая главная причина невозрожденности русских, так называемых православных прихожан, даже и не церковнославянский язык, а, как ни страшно сказать, это богослужение. Оно не на своем месте. Его сделали главным критерием всей духовной жизни. Многочасовые стояния и хвастовство, что у них вот богослужение не сокращается, как у Кирилла игумена Сахарова, да еще и шик такой. Такой снобизм в этом деле. У нас не на старых книгах все, у нас все по старообрядческому. Богослужение восприяло те функции, которые Бог дал только Библии. Теперь все, то говорится о Библии, стали не вкраплять, а намертво вмонтировали и выжимать из богослужения. Даже по радио говорят, и смешно слушать, как заплетающимся языком дикторы говорят: «Святейший патриарх совершит божественную литургию». Вопрос 95. Если в Русской Православной Церкви, Московской Патриархии из 719 правил соборов, святых отцов, 413 нарушаются, что, по мнению старообрядцев, является доказательством безблагодатности, то как обстоит дело у самих старообрядцев? Все ли правила соборов у них соблюдаются? Ответ. Вышеуказанная цифра 57% нарушений всех правил – это мой подсчет. Это мой подсчет, мой. Труд нескольких лет. Нарушение правил широко практикуется и у старообрядцев, и в зарубежной церкви. И все находят этому оправдание в слове «нужда». А теперь экономия. Сирахов 15.12. «Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном». Матфея 7.3.5. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в глазе твоем не чувствуешь? Или как скажешь брату своему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Дальше. Вопрос 96. Если все-таки человек был крещен, но забыл и много нагрешил, то второе крещение, аще не крещен, омоет ли его грехи после первого крещения соделанные? Если таковое все-таки было. А если не омоет, то что делать? Ответ. На наших занятиях мы договорились, что я только указываю места в Священном Писании и в трудах святых отцов церкви. А вы сами уже, молясь, будете читать предыдущие места и последующие, чтобы иметь более полное представление о том, что желаете знать. Договорились также, что мы искренно во Христе, как пред лицом Божьим, задаем вопросы и получаем ответы, без лукавства. Когда стали говорить, что крещение омывает грехи, и что нужно пройти полную катехизацию от 3 до 5 лет, и какие правила трудны для того, чтобы быть принятым в число верных в общину, то некоторые стали утверждать, что они были крещены, и есть у них крестные даже, и что свидетели есть достоверные, что они были крещены с полным погружением, как положено по канонам. Но мы тогда продолжили наши исследования и рассуждения и сказали, что если вы уже крещены, и вам нужно лишь только заявление подать в письменном виде на прием в нашу общину, но должно добыть и справку, что вы были крещены и жили по-христиански все эти годы, иногда и 30-50 лет после крещения. И все, что нагрешили после крещения, это вы уже соделали в стадии крещенного человека. Поэтому подпадаете под все эпитемии, какие положено. Мужественно вынести. За аборт 10 лет, за волшебство 18 лет, за лечение у экстрасенсов, то есть у колдунов нечестивилизионных, до 5 лет. Тут начали вдруг эти люди припоминать, что они не уверены, что были крещены в детстве. А проще сказать, то и не были вовсе крещены. Потому что с крещением все с человека смывается. И он как бы народился. Он может и священником быть. Но если после крещения уже женился и разводился, то кандидатура его снята навсегда. Думаю,
что это от маловерия, от потери страха Божия, так отвечали люди. Они все ушли, ни одного из них мы не приняли и до крещения не допустили. Лукавство обаятелей, патриарших широких врат входа в церковь, повлияло на них давно. Было или не было при крещении? 6 Вселенский собор, правило 84. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда они обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие «яко крещены суть», и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таково недоразумение не лишит их очищения от великой святыни. Есть истинные пастыри, которые налагают епитимии согласно канонам Церкви Христовой. К ним и надо идти, а не к волкам монашеской ряски, которые и себя не пасут, и забыли, и не знали, что есть книга правил, которая еще никем не отменена. Получить, вынести достойную епитимию, исповедовавшись искренно пред батюшкой и прочистившись тайн Христовых достойно, не в осуждении. Вопрос 97. Если молодого человека, служащего в храме, хотят рукоположить, а он не чувствует достаточного опыта, то следует ли подождать, подготовиться или необходимо подчиниться и положиться на волю Божью? Ответ. В нашей книге «К истинному православию» в главе о священстве дается ответ на этот вопрос святых отцов. Кратко сказать, быть даже средним священником есть подвиг. Иоанн Златоуст говорит о том, что, чтобы обратить человека ко Христу, а именно это и есть основной талант священника, нужны тысячи талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного. Достаточно быть истинно рукоположенным священником и не быть запрещенным. У сегодняшних пастырей какие таланты, какие основные мысли? Начинается все с нарушения канонов, рукополагает безусых мальчишек. А 14-15 правила 6 Вселенского собора категорически запрещают рукополагать в диаконы раньше 25 лет, а в священники раньше 30. Когда смотришь на них, то такое же в них угодничество перед архиереем, перед старшими. Чего изволитесь? Что делается и стыдно, и гнусно, решившийся стать пастырем, должен знать все, касающееся этой должности. Прочитать раза на три шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. Ни под каким видом не соглашаться на рукоположение, пока не исполнится 30 лет. Пока не почувствуешь, что в тебе горит огонь. Жажда проповедовать другим день и ночь, во время и не во время. И что ты можешь сказать так. Иеремия 29. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился удерживать его, и не мог. Иногда говорят, ну хоть такой-то, хоть какой-то батюшка у нас есть, а то никакого не будет, и церковь разокроется, и служить некому будет. Спрашиваю, что лучше, когда мы садимся в автобус, чтобы выйти, пойти пешком, зная, что водитель пьяный, а ехать по горным кручам? Или пусть хоть какой-то, но будет шофер, все равно сядем и тронемся. Вопрос 98. Если отлучают от церкви священники, то обязан ли он сразу объяснить лично тебе за что, или только потом, на собрании? Ответ. С введением тайной исповеди появилась и эта инстанция, священник как требоисполнитель, который как врач по замыслу должен согласно канонам сразу же отреагировать с увязкой с жизнью, с обстановкой. При неясности он должен призвать свидетелей и только тогда вынести решение. Об отлучении должны знать не только в своей общине, но и в епархии, и в церкви везде. Равно опасно допускать всех до причастия или отлучать без уважительной причины. Смотрите «Житие преподобного Симеона Стопника» за 1 сентября и нашу книгу «Симфония на жития святых. Священник. Отлучение». Вопрос 99. Если человек умрет, будучи отлучен от церкви, он погиб, скажем, попал под машину и не успел причаститься. Ответ. Вопрос о погибели и канонизации спасений будет решен только на суде Божьем.
Матфея 25 глава, Второзаконие 19:16. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судьи, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделать ему то, что он умышлял, сделать брату своему. И так истребит зло из среды себя, и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Угу. Дальше. Это же подтверждают церковные каноны и жития святых. Многие святые, как Иоанн Златоуст, умерли, будучи отлученными. Притча 26.2. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Незаслуженное отлучение приносит награду отлученному, как претерпевшему сильнейший удар. У праведника самое сильное убежище – надежда на спасение. И враги бьют именно в эту точку. Точку! Псалом 3.3. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Если же отлучен законно и умер без примирения, весьма опасное состояние, и мало надежды на спасение. Бог будет судить. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча будет до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4.12. Слово Божие будет судить нас и учитывать намерения. Хотел примириться, но обстоятельства не содействовали. Вот библейское отношение к намерению. Иоанна 12:48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Премудрость Соломона 6.3. «От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытывает намерения». 3 Ездра 16.64. «Он знает намерения ваши, и что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши». Сирахов 35.21. «Доколе не воздаст человека по делам его и за дела людей по намерениям их». Давида 4.19. «Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы пути твои были правы и все дела и намерения твои благоуспешны. Ибо ни на один народ не властен в успехе начинаний, но сам Господь и не спосылает все благое, и кого хочет, унижает по своей воле. Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не сгладятся они из сердца твоего». Еще. Вопрос сотый. «Есть ли в вашей церкви члены, бывшие заключенные?» Ответ. «Есть. В первую очередь это я, заядлый каторжанин. Есть в новосибирской общине, есть и условно осужденные со снятием судимости. Все. Но это у них было все до принятия в церковь, до знакомства с нами. Я знаю священников и епископов, которые принимают освободившихся зэков, кормят их и содержат при храме. Пока не знаю ни одного случая их прирождения из волка в овцу. Как говорила моя бабушка Евдокия, трудно выпаривать запах из деревянной бочки, в которой хранили деготь. Временем они держатся и даже что-то делают, но как только на горизонте появляются их дружки, они начинают пропивать все, что попадает под руку, и все шубы, какие были на них. С куревом не расстаются. Конечно же, и матерятся. К нам знакомые священники, даже епископ, пытались присылать от себя таких, но едва мы спросили у них документы, как они обозвали нас и убежали прочь. Садомитов даже и Бог не исправляет, а сжигает, как в шейках прожарки. Может быть, где-то и обращаются такие люди к Богу и перерождаются, но я не сподобился их видеть. Даже и те, что есть из моих знакомых, но они уже как порченые, дохлые какие-то, и гниль из них лезет и прорывается. Я сотрудничаю уже 12 лет с местной тюрьмой, но ни одного человека не подготовил к крещению, потому что ни один из них не бросает курить и материться.
Они все страшные артисты и лжецы, привыкшие жить паразитами. Если внешне смотреть, то результат моей работы в нулевой. Но нравы там смягчаются, некоторые задумываются, но не более того. Местный священник, нетрезвый, даже ходил туда несколько раз и крестил, в кавычках, 724 человека. Конечно же, никто из них не возродился, не исправился. Это все обман. Вопрос 101. За что человек предается анафеме? И может ли она быть отменена? Опять. Ответ. Анафема – это слово греческое, означает церковное проклятие, отлучение от церкви. Высшая кара в христианстве. Встречается в Библии только 3 раза. 1 Коринфянам 16:22. Дальше пояснение это даю. Это другой вопрос, маленько пошире даю. Вот отсюда. Так, Галатам 1:8-9. То есть проповедуют не то, что проповедовали апостолы. Ныне редко можно найти такую секту, где бы не искажали слово Бога живого. Про православие можно и не говорить. Не любят Библию. Выдумками питаются. Так же и католики и прочие. Под эту анафему легко влетают почти все. Про неверующих пока не ведем речи. Они не любят Господа и лгут про Христа. Церковные анафемы произносятся во время первой недели Великого Поста по всем еретикам, начиная с Сария и Смутьяном, Стеньке Разину, Пугачеву и другим. Сегодня масонам и экуменистам анафема, коммунистам и фашистам, шовинистам и русофобам, и иудофобам, антисемитам и сионистам должна быть анафема. Нужно ли это так торжественно провозглашать ее в церкви? Это уже дело церковных властей. Ну и кичиться этим не нужно. Думаю, что более всего попадает под анафему именно православные. Сираху 21:30. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Нет того греха после раскаяния, в котором не было бы прощения. Значит, и анафема может быть снята. Если бы Лев Толстой пришел с раскаянием, то из него была бы снята анафема. Еще. Вопрос 102. Имеет ли новозаветное священство преемство от ветхозаветного? Если да, то как и через кого? Ответ. Ветхозаветное священство идет от Аарона, а наше новозаветное от Христа и святых апостолов. Евреям 7:12. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Евреям 7:15, 7:21. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, ибо засвидетельствовано. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Еще. Ну хорошо, еще, я ж не против. Так. То еще. Вопрос 103. Исполняют ли оглашенные все 4 степени покаяния? Ответ. Григорий Неокесарийский, правило 12. Плащ бывает вне врат молитвенного храма, где стоя согрешивший должен просить и входящих верующих, дабы они помолились за него. Слушание бывает внутри врат, в притворе, где грешник должен стоять и до моления об оглашенных, и тогда исходите. Ибо правило глаголит, слушав Писание и учение, да изженется, и да несподобится молитвы. Чин припадающих есть, как кающиеся, стоя внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно, с вечерним, а чин купно стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными и не исходит с соглашенными. Конечно же есть причастие святых тайн. Думаю, что это нигде сегодня не исполняется со всей строгостью. Первый Вселенский собор, правило второе. По елику, по нужде или по другим побуждениям человеков многое произошло не по правилу церковному. Так что людей от языческого жития, недавно приступивших к вере и краткое время оглашенными бывших, вскоре к духовной купели приводят и тотчас по крещении возводят в епископство или пресвитерство, посему за благо признано, дабы впредь ничего такого не было. Поскольку и оглашенному потребно время, и по крещении дальнейшее испытание,
ибо ясно Писание апостольское говорящее: «Ни новокрещенного, да не разгордившись, суд впадет, и все дьяволу. Если же в продолжении времени душевный некоторый грех обретен будет в некоем лице и будет отвлечен двумя или тремя свидетелями, таковой да будет исключен из клира. А поступающий вопреки всему, яко дерзающий сопротивляться великому собору, подвергает себе опасность исключения из клира. Какое еще испытание нужно крещенным?» 1 Тимофея 3:6. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Иоанн Златоуст, говоря о причине падения падшего Херувима, ссылается на это единственное место в Библии, дающее намек на истинную причину. Гордость – отличительная черта дьявола. Им враждебно все божественное, и они изначально обречены на поражение, потому что восстали на Бога, подражая дьяволу». Иаков 4:6. «Но тем больше дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 1 Петра 5:5. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если рукополагать из новообращенных и притом до 30-летнего возраста, то будет воспитана такая вот именно плеяда молодых безусых гордецов, широкими рукавами ряс, которые толпами кучкуются в храмах. В самом своем зачатии они уже преданы осмеянию и осуждению вместе с дьяволом. Об этом и говорит Первый Вселенский Собор. Гордость на колеснице гордыни. Все на этом. У нас часовая должна быть. Это сейчас я помещаю, где страницу. Сколько времени прошло? Час 6 минут. Благодарю.